Пилотажной группе «Русский Витязь» исполняется 29 лет. С первых лет существования группа является постоянными участниками международных авиасалонов и других авиационных мероприятий. В 2004 году в комплекс показа был включен совместный полет пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи». 9 самолетов, 5 Су-27 и 4 МиГ-29, идущие ромбом, выполняют полный комплекс фигур высшего пилотажа. Это мировой рекорд в истории авиации, за который «девятка» летчиков получила название «Кубинский бриллиант».